Привет! Это обзор чая на планете чая на нашем канале. И сегодня вам представляю еще одну крутую марку торговую. Это Батлер. Чай фасуется на Цейлоне, изготавливается, ну и импортируется соответственно сюда в Украину. Показываю вам 4 вида жестяных баночек. Это жестяные баночки все. Здесь еще не хватает зеленого, но его, к сожалению, пока в Украине нету. Такого же варианта и размера был Батлер Gold, то есть золотой, такая золотая баночка 400 грамм, чай качественный, классный на самом деле. Вот так, подарочный вариант, все здесь видите, ну, гравировочка, все это выдавлено, вообще, вот такая банка, классная, настоящий цейлонский чай, черный слон, black. То есть каждый из этих чаев, он крупнолистовой. Опа, OP1, OP. Это все крупнолистовые чаи, но есть небольшая разновидность, где больше, да, цельного листа, где там на начальной там, да, стадии собран он, где он, к примеру, больше там пролежал и выдерживался. То есть все обозначает каждое вот из этих вот наименований, да, видов. Оп, ОПА-1, ОПА. Какой-то будет иметь темный цвет, к примеру, как ОПА. ОП-1, если я не ошибаюсь, он будет при заваривании как бы светленький, да, иметь. Ну и ОП — это между темным и светлым, да. То есть еще каждый будет отличаться по завариванию. То есть начнем вот с этого, да. Давайте, к примеру, Батлер Канди. Есть такая на Цейлоне провинция Канди, где вот, ну, находится там плантация. Настоящий цейлонский чай. Все крупнолистовой. Сорт ОП. ОПИ. Вот так. Он будет тоже ароматный. И, ну, как говорится, немножко, ну, такой, да, терпкий вкус. Вот, к примеру, ОПИ Блэк. Это очень крупный лист здесь идет. Тоже цейлонская фасовка. Видите, он такой черный, классный, выгравленный. Подарочный вариант. Вот такие вот у него такая голограммка стоит. То есть, ну, чай прошел все, да, стандарты качества. Вот так. То же самое, крупнолистовой. Есть Рухуну. Тоже регион есть такой. На Цейлоне там тоже есть свои плантации. Да, вот, вот Рухуну, а вот это Ява. Что Ява, что Рухуну, это разные регионы. И там своего рода есть плантации, выращивается сам чай, сырье, которое потом, да, на завод отправляется. И уже каждая по своему составу и качеству, каждому по своей технологии там обработки, расфасовывается вот именно в такие банки под различными названиями. Вот такая серебренькая банка тоже, прикольная на подарок. ОПА, крупнолистовой, вот видите, слон Ява, гравировочка, все, голограммки,
То есть рекомендую. Где увидите, приобретайте, будете довольны. Цейлонской, да, разработкой, изготовлением, выращиванием чая. Опи-1. Это из провинции Рухуна сырье. У него цвет при заваривании будет светленький, нежели, к примеру, как у Пида Блэк или тоже Канди. Ну, Канди, он, по сути, всегда и в других марках торговых, он сам по себе, ну, крепенький чай, Канди. Вот так вот. Ява тоже будет мягенький. А вот как раз я и нашел каталог до этого чая Батлер. Сейчас я вам покажу, какой из себя чай, что он представляет так быстро. К примеру, Ява. Это крупнолистовой чай. Блэк. Это особо крупнолистовой чай. То есть вообще здесь цельные такие листья. Рухуну. Это тоже особо крупнолистовой чай. И Канди. Тоже особо крупнолистовой чай. То есть получается крупнолистовой и особо крупные. Этот будет мягкий. Мягкий, светленький. Это темная заварка. Это тоже будет такой крепенький, да, чаек. Тоже заварка темная. Вот этот крупнолистовой будет тоже такая светленькая заварка, приятная у него. И тоже ароматный. Все ароматные чаи, потому что крупный лист, он сохраняет свойства чая. То есть ничего там не нарушается, да, когда его собирают. Сохраняются все свойства, все качества чая. Поэтому наслаждайтесь чаепитием. Итак, дальше. Вот так. Все имеют ароматный и приятный вкус. Поэтому будете довольны, приобретя его. И те, кому вы их подарите, они тоже останутся довольными. Вот видите, банка у него большая. А после, когда чай закончится, сюда можно, ну, как все делают, ну, правильные, нормальные люди, да, они не выкидывают, а продолжают хранить чай в таких баночках. Взяли, купили, пересыпали, там, да, из картонных упаковок. То есть вот серия Батлер чая 200 граммовок крупнолистовых из различных регионов. Их там провинции Рухуну, Канди, Ява, там Шри-Ланка, да. Все по своему составу и качеству классные чаи, ароматные, приятные на вкус. Так что дарите подарки. Сами пейте чаи, наслаждайтесь, ставьте лайки, пишите хорошие комментарии. Все, всем пока. Приятного вам чаепития.